Привет, любители мотоспорта, это обзоры экипировки для магазина moto85.ru. Сегодня у нас на обзоре средняя модель в линейке MotoBot Gallerna SG, это модель SG11. Давайте рассмотрим их поподробнее и поймем, чем же эти боты действительно классные. Поехали! Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера магазина moto85.ru. Итак, перед нами боты профессионального уровня. Эти боты выполнены с применением технологии шарнирного ограничителя, который присутствует с двух сторон. В данном случае шарнир у нас закрытый. Закрыт он вот такой массивной пластиковой защиты щиколотки, которая отсутствует на модели SG10. В данных ботах просто зашкаливающее количество стальных вставок, так же как и в самой старшей модели SG12. Здесь и стальной мысок, и стальная пластина подошве, двойная очень качественная прошивка данной подошвы, которая обеспечивает максимально долгий срок использования данных бот. С обратной стороны массивная защита пятки. Также здесь видна мягкая ставка для большей подвижности голеностопа, но она прикрыта вот такой массивной пластиковой защитой с логотипом Gallerna. Сверху на мыске мы видим текстуру, которая присутствует на всех мотоботах от компании Gallerna. Это сделано с той целью, чтобы у вас был хороший зацеп за лапку переключения передач. Протектор у подошвы не имеет агрессивного рисунка, но тем не менее вот такой текстуры достаточно для хорошего зацепа за подножки байка. С обратной стороны мы видим мягкий бархатистый материал с логотипом Gallerna, который обеспечивает как хороший зацеп за поверхность байка, так и предохраняет ногу от возможности получения ожога от трубы или от резонатора. Давайте откроем боты. Опять же, моя любимая система застежек компании Gallerna. Пластиковые ремешки с ушками и алюминиевые замки. 4 стандартных замка. Ну а сверху у нас, как обычно, есть липучка. Открываем данную липучку и видим фактически такую же текстуру, как у модели SG10. Внутри стандартный кожух достаточно высокий, из баллонного материала, который не пропускает влагу. Анатомическая стелька, такая же мягкая силиконовая вставка со стороны шарнира. Она идет по всему периметру и не только предохраняет щиколотку от возможных ударов, но также и предотвращает натирание об шарнирную систему во время носки. Отдельно хотелось бы отметить у данной модели возможность переустановки замков и их подгонки под конкретного райдера. Сделано это с целью возможности индивидуально настроить данные боты. Это действительно очень интересное решение, и спасибо компании Gallerna, что они подумали об этом. К тому же такое решение позволяет нам переставлять замки разной длины в разные места. То есть, грубо говоря, допустим, у вас сломалась длинная верхняя лямка, и у вас с собой нету запасной, но в то же время вы можете вытащить более короткую нижнюю, переставить здесь замок, и тем самым обеспечить себе хорошую фиксацию бот на ноге, несмотря на то, что лямка короче. Итак, данные боты можно отнести к профессиональному сегменту. Здесь присутствует и шарнирная защита, и возможность настройки замков и лямок, и достаточно большое количество защитных вставок по всему периметру бот. Такие боты подойдут райдерам с опытом и однозначно найдут отклик в сердцах профессионалов. Данный товар можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на этот товар найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал магазина, вступайте в группу ВКонтакте, будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!